Всем привет, с вами канал Всеволод Данилин. Сегодня мы поговорим о мадагаскарских тараканов. Что можно положить его под низ? Можно положить песок, нарвать бумаги, или в смысле положить, как у меня, камушки, только маленькие. Что они едят? Разные фрукты, овощи. У меня в этом случае то морковка. Чтобы они могли пить, то положим туда вату, мокрую. Они, в принципе, животные ночные, ну, насекомые. Им нужно от туалетной бумаги вот такая штука. Вот сам жук. Он очень, да, прячется, не нравится ему свет. Как определить, девочка это или мальчик? У мальчиков есть рожки, у девочек их нет. В принципе, это понятно. Сколько они живут? Бывает по 5, если хороший уход. Бывает по 2, по 3, по 4. С 1 до 5 года. Они, в принципе, прожорливые. Мадагаскарские тараканы не умеют летать. Они прям не как таракан. Они никакой заразы нет. Они как обычные жуки. Ничего вреда нет. Просто как обычный домашний питомец. Все, что я хотела рассказать на сегодняшний день. Всем пока.